Всем привет! Наш сегодняшний выпуск посвящен фитнес-модели с очаровательной кукольной внешностью Ани Капаззолли. К сожалению, информации не очень много, но обойти стороной такую красотку мы просто не можем. Так что поехали! Ани Капаззолли – онлайн-тренер, а также фитнес- и инстаграм-модель. Родилась 30 июля 1992 года в Венесуэле. В возрасте 9 лет девушка переехала в Майами, где и проживает в настоящее время. В юности Ани страдала расстройством пищевого поведения, или проще говоря, анорексией, сидя на бесконечных диетах и голодовках, что впоследствии принесло ей немало проблем со здоровьем. В 14 лет девушка начала тренироваться в спортивном зале, но поначалу целью было не построение красивого тела, а скорее терапия и возможность занять себя еще чем-то, кроме учебы. Лишь через 5 лет будущая фитнес-модель начинает серьезно погружаться в мир бодибилдинга. 2018 год становится прорывным. Ани создает аккаунт и начинает свое продвижение в Instagram. Также она получает предложение стать моделью бренда купальников Karma Swim и регулярно снимается в их рекламных фотосессиях. А количество ее подписчиков начинает резко расти. Параллельно девушка подрабатывает стилистом, а уже в конце года решает попробовать свои силы в фитнес-бикини и сходу занимает первое место на небольшом турнире. В следующем году ее форма становится все лучше, а уровень соревнований растет, и вместе с тем девушке поступает все больше спонсорских предложений. Так она начинает сотрудничать с производителем спортивных пищевых добавок, а также с одним из крупнейших брендов спортивной одежды Bombshell Sportswear. А еще через год запускает собственную линейку купальников Capazzoli Swimwear. Что же касается выступлений, то, по-видимому, спортсменка решила закончить соревновательную деятельность и постепенно вошла в комфортную для себя форму, заметно прибавив в массе, благодаря чему стала выглядеть даже лучше, чем раньше. Сегодня Ани Капаззолли является профессиональным фитнес-тренером и специалистом по питанию. Она запустила свой сайт, где каждый может приобрести персональную программу питания и тренировок. Также девушка продолжает сотрудничать с различными брендами, размещая рекламу на своей странице в Instagram. Ну и, конечно, не забывает радовать поклонников новыми аппетитными фотосессиями. И это все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.